поездной диспетчер АО НК КТЖ Алла Шторшера стала чемпионкой Казахстана по армрестлингу. Победа в первенстве страны обеспечила ей путевку на чемпионат мира. Вот собираюсь на Казахстан заработать путевку на чемпионат мира. Сказано, сделано. Чемпионат мира станет серьезным вызовом для Аллы, которая более 30 лет посвятила железной дороге. Тем не менее, это не первый спортивный триумф, который покорился поездному диспетчеру управления движением поездов регионального центра «Северный». Я выступаю на профессиональном уровне. Я уже 6 лет занимаюсь пауэрлифтингом. Занималась я сначала просто, пришла выступить для интереса. Потом затянула. Я чемпионка Азии, рекордсменка Азии по пауэрлифтингу. Сейчас перешла в армрестлинг. Что тут сказать? Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Уверены в победе на чемпионате мира.